Всем привет, уважаемые друзья! Хочу рассказать вам историю болезненной поясницы, которую лечили на протяжении скольки лет, пожалуйста? Лечебный процесс именно месяцев 6-8 происходил. Полгода лечили поясницу. Оно дает, безусловно, свои результаты, но причина кроется в другом. Если вы массажист, реабилитолог, смотрите меня, и у вас на приеме есть пациент с проблемной поясницей, но ваша работа не дает практически никаких результатов. Да, боль вы снимаете временно, но все же боль возвращается. Боль, дискомфорт, ограничение движений в поясничном отделе. Человеку тяжело скручиваться, выполнять флексию, сгибание. Присутствует особенно в вертикальном положении усталость в поясничном отделе, если человек долго, статично стоит. Пусть это будут где-то прогулки по торговому центру на скользкой плитке, где есть такая безусловная фиксация глубоких мышц. В общем, долго тянуть не буду. Если есть проблемы с поясницей, причина боли не всегда кроется в пояснице. У меня сегодня Роман на приеме. Роман молодой человек, спортивный человек, 23 года, правильно? Да. 23 года. Сколько лет или как долго вас мучает боль в пояснице, в спине? Ну, началось лет 5 назад. 5 лет? Да. В общем, история следующая. У Романа достаточно сильно спазмирована задняя поверхность бедра, что в свою очередь не дает полноценно растягиваться ягодичным мышцам и поясничному отделу. Роман достаточно высокий. Какой рост у вас? 202 плюс-минус. 2 метра ростом. И, как часто любят говорить специалисты других отраслей, в основном там травматологи, все, что касается лечения детей, если не знают причину возникновения боли, там искривления позвоночника, идиопатическим сколиозом называют, значит, говорят, что кости слишком быстро выросли, а мышцы не успели за ростом кости. Вот примерно это, если обобщить, то данная проблема касается всех высокорослых людей. У меня рост 190. Я имею подобные проблемы с поясничным отделом. Но если мы проработаем заднюю поверхность бедра, дадим ей особые акценты внимания, то мы избавим Романа от боли в пояснице. Как бы это самоуверенно не звучало, но так оно и есть. Массажисты, приготовьте ручки и блокноты. И сейчас самое основное из диагностики я покажу. Да, безусловно, вы должны выслушать человека, на что он жалуется, как давно он жалуется на проблемы с поясничным отделом. Но есть один диагностический тест. Укладываете человека на спину и проверяете растяжку ног. Еще раз повторюсь, рост у Романа 2 метра. Проблема касается всех высокорослых людей. Боли в поясничном отделе, которые после проработки, как бы интенсивно вы ни работали, как бы вы ни меняли тактику, будь то это массаж, миопрессура, иголки, банки и все остальное, боль не уходит. Не уходит только из-за того, что при выпрямленной ноге мы имеем вот следующую картину. Это никакой не корешковый синдром. Это не грыжу ущемляет нерв. Это спазм мышц задней поверхности бедра. Седалищный бугор и все остальное. Эта история очень просто лечится, если знаете, что лечить. Лечить нам нужно что? Мышцы задней поверхности бедра. Вот это максимально выпрямленная нога сейчас у него. Максимально красиво. Если я буду рывками сейчас тянуть, ему будет отдавать, пробивать в поясничный отдел. Еще раз повторяюсь, это не грыжа, это не стеноз, это не механическое повреждение, это только спазм мышц задней поверхности бедра. Укладываем на меня ногу. Есть. Тянет в поясницу. Тянет сзади. Да. Вот и вся история, вот и вся диагностика. Если вы видите вот такую картину, то это не грыжа. Запомните, массажист. Сгибаем ножку, укладываем
Есть. Пусть это будет больная нога. Какая-то одна из них будет растягиваться больше. Не встречал человека, еще ни одного, с острой или хронической болью в пояснице, у которого спазм двух ног, ну мы задней поверхности бедра, будет равномерным. Какая-то одна нога будет более функциональна. У нас это правая. Правую ногу точно так же выпрямляю, еще выпрямляю и еще выпрямляю. Вы видите. Укладываю, все. Это не значит, что у него там грыжа в сегменте L5-S1 со ущемлением корешка с левой стороны. Никак нет. У него страдает квадратная мышца поясницы, разгибатели позвоночника в месте крепления возле крестца, средняя ягодичная мышца и максимально поражены мышцы задней поверхности бедра. Спазм сейчас есть полусухожильной, полуперепончатой, основной, и бицепса бедра. Скажите, боль в паху иногда бывала? Где-то в паху, в приводящих может? Подвздошно-поясничная. Подвздошно-поясничная. И еще один как бы диагностический тест. Мы эту ногу сгибаем и выполняем круговые движения. Во время круговых движений что-то закусывает в паху. Щелчки есть и закусывают в паху. Это значит, что поясничная часть подвздошно-поясничной мышцы тоже уплотнилась. В основном у него присутствует в большей степени флексия, сгибание бедра. А вот с растяжением проблема. Тактика будет следующая. Сегодня мы прорабатываем поясницу, поскольку поток, и мышцы задней поверхности бедра. Работает Алексей Валерьевич. Вот такая история. Алексей сейчас работает с поясницей. Скажите ощущения. Дискомфорт, боль, поднывание. Что-то есть в пояснице? Легкий дискомфорт справа. Угу. Так. Весь процесс работы вам показывать не буду, дабы сохранить интригу. Но ждите новых включений. Посмотрите, как прогрессирует Роман.